При проведении земляных работ на улице Есенина были обнаружены остатки фундаментов арестного земского дома уездной земской больницы, территория которой располагалась в этом месте. Построена она была в 1907-1910 годах по проекту архитектора Мейснера. Комплекс состоял из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Арестный дом предназначался для больных, заключенных и располагался на улице, носившей в те времена название Ряжской. Для историков и для археологов каждый год это буквально форум древних городов, потому что то здесь, то там при проведении земляных работ, строительных работ в центре Рязани, в центре других городов Рязанской области, выявляются очень интересные подземные конструкции, остатки тех подлинных исторических построек, сооружений, которые когда-то существовали еще в губернских городах Рязанской губернии. Во второй половине 20 века практически все сооружения больницы были разрушены, за исключением главного здания хирургического корпуса. Он до сих пор находится во дворах улицы Есенина, а также водонапорной башни, оставшейся от бани. Уцелевшее здание – редкие постройки в ярко выраженной форме модерна. При прокладке новой линии, видимо, теплоснабжения, которое находится за моей спиной, траншеи вы видите, обнаружили фундаменты из красного кирпича, который сложен не на цементе, а еще на старом известковом растворе. То есть краевед Сергей Васильевич Пасынков, который первый это обнаружил, сразу понял, что здание какое-то историческое. Александр Дударев, администратор группы «Рязань», которую мы потеряли благодаря своему знанию архивных материалов, благодаря в том числе своду памятников монументального искусства Рязанской области, смог определить, что это за здание. Арестный дом – часть губернской больницы, где на излечении находились заключенные. Считается, что он был одной из самых ранних построек, и уже вслед за ним стали возникать остальные здания больничного комплекса. Поэтому здание, вероятно, было решено несколько в другой архитектурной стилистике, чем остальные постройки комплекса. До недавнего времени внешний вид арестного дома был неизвестен. Благодаря архивным поискам ранее получили фотографию из фондов, на которой мы теперь можем видеть, как выглядел этот дом не только в виде плана. Найденные же остатки здания сегодня определили еще точнее его месторасположение на улице. И теперь на исторической карте Рязани на одну атрибутированную фотографию здания стало больше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».